Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушим. Мы сегодня поиграем в игру под названием Супраленд. Супраленд? Вроде как так, да. Про маленьких человечков каких-то. Или каких-то не... или не маленьких, не знаю. Я тут что-то могу делать? Ничего не могу делать. Это про жизнь каких-то маленьких человечков, которые ребенок сюда запустил. Здорово, ты кто? У нас нет воды, пожалуйста, спустись вниз по трубе и выясни, что случилось. Ой-ой-ой. Выясни, почему в Краснотауне нет воды. Краснотаун... Воу! Бульк. Здорово. Чё, нет воды? Говорят, нам тут ходить опасно. Возьми это. Меч. Не так уж опасно, если у вас есть меч. Наносит 2 урона. Атакуйте. Ага. С мечом могу... Что тут может... А, монетки можно собирать. Супра Геймс представляет. Или не представляет. Игра Дэвида Мюнихи. Ой-ой-ой. Ой, что это за человек? А он меня один раз зацепил. Ну, собака какой, а? Так. Я хорош. О, хпшечка. Хрум-хрумыч, хрум-хрумыч. А, паркура нет, да? Это хорошо. Или плохо? А. Опа. Эк. Тут вообще происходит? Мне надо как-то потушить, да? Это чей-то пукан, короче. Тушу чей-то пукан. Так. Возьмите. Эк. Эк. Ой-ой-ой, синие человечки, это кто? Давай еще немного, чтобы они не смогли починить. Ух ты, собака. Что надо делать? Как это синие человечки? Синие? Иди в Синевиль, поговори с их королем. Иди к королю Синевиля. Синевиль. Оселяви. Я ничего не могу тут, короче, разрушать, да? Так, хорошо. А куда это Синевиль? Алло, красные. Ой, это кто такие? О, монетки. Монеточки! Монеточки, это хорошо. Монеточки, это прекрасно. О, смотри, там можно что-то купить у этого, да, чувака. Если найдешь золотые бочки, положи их вон в ту коробку, чтобы открыть новое улучшение. То есть ты остался. Так, ну давай пока пособираем тогда здесь, погуляем по красному миру. Нельзя, да, пока? Тут можешь собирать монеточки. Монеточки! Это что такое? О! 3 секунды, типа, у меня, а я не успеваю, да? Тут же нету этого скольжения, типа. Здорово. А, это что такое, подожди? Да это? Ага, так. Потрясающая игра, намного лучше, чем предыдущая. Nine. 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 Что за nine? Великолепно, 5 из 7. Nine. Найн. 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 А туда вот не могу запрыгнуть? Могу. Так, а это ж... А, вот это что? Водичку. Непонятно. Ну
непонятно же, непонятно же. Может быть, есть какое-нибудь ускорение, типа, и за 3 секунды я смогу, типа, туда пробежаться? А ты кто? Здорово, чувак, ты кто? Можно найти что-нибудь, чтобы вставить сюда? Ага. Стараюсь. Так, это можно разрушить? Отлично. Опа, секретная зона. Бочку. У меня бочка? А, я знаю, зачем мне бочка. Я могу нажать на кнопку. Могу или нет? Или только... Ну, пойдем посмотрим. Пока ненавязчивая история, пока... Пока нравится. А, не могу. А зачем мне бочка? Мне нужна бочка, но я не знаю пока. Бочку. Может быть, там будет какая-нибудь клавиша, которую... А может быть, в бочку можно налить воды? Хорошо. Так, это какая-то дверь тоже открывается по кнопке, да? Кнопка далеко. Так, смотрим. Оп. А, вот сюда, наверное, можно бочку поставить, да? Да. Сейчас все сделаем так. За бочку. Монетки просто. Монетки как бы, ну, подсобрать немножко. Я вижу задание, 30 монеток собрать. Ну, это не задание, наверное, это... Так, пойдем бочку, тащи бочку сюда свою. И попытаемся это, а потом к синим пойдем. Ну или не к синим, еще ты понял, да? Пошатаемся немножко по этому миру. В принципе... Да тихо! А что за стиралка? Что он сказал там? Блин, я и тут не успею. Не смогу запрыгнуть. Так, что там в дверке? За дверкой, точнее. Так. Опа. Радиус атаки мечом плюс 25%. Теперь вы можете бить намного дальше. А это что за кнопка? Ну ладно, так. Бочку, короче, там заюзали. Бочару там. Хорошо. Ты кто? Ты фермер? Чтобы говорить свое здоровье, смешно зеленые листья с водой. В этой соковыжималке. Вкуснотища. А, зеленые листья с водой. Вода и листья, и будет... А, это что такое? Монетки! А, видишь, это огромный красный кристалл там за скалами. Обязательно сходи туда. Да туда? Да? О, тут это что? Так, а это что такое? 80... Чё, вот надо собрать монет, что ли? Ой. Да ё-моё, не застревай, пожалуйста, блин. Игра, не хочу. О, хорош. А бегать тут нет такого, да? Беги. Так, хорошо, значит, мы тут прошли, собрали монетки. Пару загадок каких-то мы получили, да? И, собственно... А, вот там еще монетку я не разбил, смотри. Ага. Так, 18 монет. Это много, мало? О, здорово. Пойдем в Синевиль. О, подожди, тут монета, кстати. Вернись ко мне, когда получишь силовой куб. Силовой куб? Что за силовой куб? Так, хорошо. Пока много загадок, это мне нравится. Пока много чего непонятного. Он меня ведет в Синевиль? Там есть бочка, попробуй отнести ее в магазин, чтобы открыть новое улучшение. Там есть бочка, где там есть бочка, где там есть бочка. Какая бочка? Что за бочка, алё? То есть этот бочонок можно, короче, тот бочонок можно будет... А, все, понял. Тот бочонок можно будет отнести, короче. Это вот такой бочонок, типа, понял, да? Золотой окромкой. Окромкой, окромка. Окромкой. Так вот, чпок. И вот так, вообще, по красоте, да? Короче, можно, да, и тот бочонок тоже можно отнести. И я смогу, типа, улучшение за это, да? Если... И я смогу, типа, а там что?
Непонятно. Непонятно же, ну и непонятно же. Так, а Синевиль, он туда, вон стрелочка дожгает. Это кого-то что-то похоронили, кого-то? Плохо. Так, пойдем, пойдем. Куда там бочонок нужно складывать-то? А, все, понял, куда. Или не понял. А, если... О! Чтобы открыть новые улучшения, осталось 5. А что здесь? Скорость, да, 20 плюс монетки. Угу. Плюс монетки. Так, хорошо, пойдем ту бочку принесем. Да, ну видите, как побочные задания выполняем, поэтому все нормально. Все нормально. Не переживайте. Где-то тут была бочка. А тебе что? А, трава зеленая нужна, да? А вот эту хрень я могу собирать? А вот эту. Так, а где... А, бочку вот здесь у меня. Блин, жалко бегать нельзя, тут как бы так все медленнее. Так. Бочку можем... Чего, зачем ластику там было написано? Зачем ластику... Там нужно... Так, погнали. Еще одну... Да отстань ты, слышишь? Регенерация здоровья. А что это такое? Регенерация здоровья. Теперь ваше здоровье будет оценочно восстанавливаться до 10. Улучшения могут увеличить количество восстанавливаемого здоровья. Урон мечам плюс урон меча. Скорость плюс 2, максимум монет. О, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Так, а здесь что? При помощи силового куба можно достать оттуда бочку и отнести ее в магазин. А что за бочка? Ой, а если... С помощью силового куба какого-то. А его у меня нету, да? А вот так я не могу? Могу, ой. Хорошо. Так, нужен какой-то силовой этот. Ой, это кто такой? Опа. Кто там? Где? Где он сказал? А, здорово. А они что ли здесь перерождаются, что ли? Да отстань от меня! Так. А. Так. Монетки! Подожди, 25 у нас. Нам нужно пойти, будет сейчас купить. Правильно я думаю или неправильно? О, секрет. Секретики. Давай, открывай. Добыча. Это что значит? Добыча. Первого сбитых врагов будут выпадать монеты или здоровье? Ой, монеты выпадают больше всего. На здоровье. А я не могу, подожди, у меня 30-ка. Сейчас я вернусь. Ну, видимо, игра заточена на это. Я так хочу попасть туда, но для этого нужен двойной прыжок. Ага. Ну, для двойной прыжок, видимо, мы купим, да? В дальнейшем у этого уже. Да. А может и нет. А может и да. А может и нет. А может. Да, пока мне нравится. Тебе нравится такое или не нравится? Скажи, не нравится тебе такое или не нравится? 55, максимум монет на... 6. Сколько? 20 и... урон мечом плюс 1. Ну, чтобы было 3. Рекордятина. Но сейчас, подожди, мы соберем, короче, эти монетки. У нас будут монетки, мы сможем увеличить. Мы будем уже такие прокачанные герои. Прям так. Ю-ху! Такие прям будем вообще направо-налево рубить всех. И... А, трава. Траву не могу собирать. Это какая-то трава непонятная, короче, да, которая с помощью... С водой, короче, мне тут... ПП-шечку. ПП-шечка. Так, я могу вниз, а вот туда могу. Ох ты, собака, не могу. Подожди, а почему не могу? Сейчас. Ай. Не падай. А еще могу тут направо пройти. Я! Да. Я не так уж и плох.
А, подожди, я могу тут типа держать пробел, да? Не, все равно куда-нибудь, короче, не могу. Не, пока не могу туда запрыгнуть. Ладно, хорошо. Ну, двойной прыжок сделаем, короче. А это что за дверь? Как открывается? Ах ты, собака, тварь. Да, подожди. Ух ты, собака, тварь. Ладно, ладушки. Опа, монетка. Это мне нравится, иди-ка сюда. Монетку дай. Хорош. Так, что там он говорил? Синие. Так, здорово. Я пойду с тобой, открою для нас вот дверь. Открываю. А как открыть? А как открыть? А, надо наверх залезть. А как наверх залезть? А, понял. Да блин, они могли сразу сказать? Кругами хожу. Долбан. Ну что такое? Так. Хорошо, вперед. А синие на атакуют нас или не атакуют нас? Блин, нельзя туда запрыгнуть? Да ёптель! У меня со скоростью... Да ё-моё! У меня со скоростью, короче, теперь он как бы далеко прыгает. Не могу! Да ёпаркаркачкулюваешь, малая! Не могу, прикиньте. Блин, двойной прыжок типа нужно разрабатывать. Ну ладно. О, красный, здорово, а ты что здесь делаешь? Если пойдешь дальше, ты доберешься до огромного кристалла, там скрыт могущественный сюжет на важный предмет, мне так сказали. Сюжет на важный предмет, хорошо. Ать, ать. Почему не могу? Могу. Почти, нет, дай. Дай, мазафака, дай. Так, сейчас, подогнуть. Блин. Ладно, короче, пойдем там по сюжетке повыполняем что-то. Я уже устал от этого. Ой. Что это такое? Нарежьте технологический навык. Теперь вы можете видеть состояние вашего здоровья. Светлая часть полоса показывает, сколько здоровья вы будете восстанавливать автоматически. Ля-ля. Ля-лямба. Так. Один. О, это туда типа нельзя. А подожди, а куда это ушел-то? Где-то. А, вон он, да? Это он? А, туда что-то можно закинуть, да? Ой, ёпти! Найс. Прикольно, телепорт, типа, да? А мило, можешь мне что-нибудь выстрелить в эту штуку надо мной? Возле красной башни. Да выстрели на чем-нибудь? Милый. Пойти, милый. А, то есть мне туда нужно пройти. А как туда? Подожди, милый, можешь чего-нибудь выстрелить в эту штуку? А чем я тебе выстрелю? Подожди. В натуре, а чем я могу выстрелить? Нужно бочку какую-то встать, да? О. Монетки, монеточки. Блин, жалко нету туда двойного прыжка, я бы все прыгал. О. Так, подожди. Да, собак, давай. О, хорош. Ой, вообще краса, вау. Красопеточка. Хорош. Я сундук сейчас открою. А, подожди, а если не сундук, а туда не могу, да, допрыгнуть. Давай сундук. Ой. Бок монет. Это все? Теперь это все. Так. Так, а давай-ка теперь через телепорт туда прыгнем, для чего, не знаю. Так, подожди, а вот там я мог еще, да, типа запрыгнуть? Мог я ж туда запрыгнуть, да? Сейчас. Здорово. Блин, не могу. А там я, наверное, поранюсь или не поранюсь. Я могу через эту тему пропрыгнуть?
А, непонятно. А, вот там, короче, есть монетки еще две штучки, да? Так, 44 будет. Так, ну, давай, давай, ну. Давай. Вот тут еще монетки за. Вот они, ага. Так. А это куда дорога? Вот здесь-то я не был? Или был? Не был. Кто здесь? Так, хорош. Здесь что у нас? Здесь что-то, короче, какой-то этот. Тайной. Ой, не потайной, а как он называется? А вот это как открывается? Понятно. Туда можно, может, прыгнуть как-нибудь? Так, подожди, вот есть какой-то ключ. А, ключ вот от этого. А как его открыть? А, подожди, его как можно его открыть? Стой. А, вот так. А, ну блин, а как я успею? Не успею. Не успевамбо. Там что у нас? Блин, получится мне перепрыгнуть туда или нет? Здорово, здорово. Нет. Получится. А, нет, получится. Надо по правой стороне просто прыгать. Все окей, хорошо. Сейчас сделаю. Или не сделаю. Че? Отстань от меня. Надо просто прыгнуть по. Нет. Там какая-то кнопка. Туда надо. Ой, ёпте! Что это такое было? Кто меня трахнул? Кто меня ударил? А, эти красные можно хавать. Вот оно что. ХПшку прибавлю. Как бы сразу и сказали. Так, короче, ладно. О, монетки! Монетки! Так, пойдем улучшим что-нибудь. А, через телепорт давай, да? Чтобы не это, короче, не это. Ты понял, да? Так. А я могу, интересно? Подожди, а что за кнопка? Стой. А, кнопка вжата. А я не могу управлять, да, никак этим? Как этим я не могу управлять? Так, а где я вообще учусь? А-а-а! Понял. Силовой куб какой-то. Что за силовой куб? Тут нужно найти силовой куб. Подожди. А, вот силовой куб. Так. Проекции опустить, чтобы создать куб. Создать тяжелый куб. Ага. Пойдем. Пойдем, пойдем. Здорово, братан. А как его разрушить теперь? Блин. Да не так. А, вот. Нужно вот так сделать. Оп. Здорово. Ух, нихрена их так, а чё их так много так? А в чем я не могу прыгать? А, на сиреневых не могу прыгать, на сиреневой. А, могу, а могу зато куб сделать. Хорош. Тоже не могу. Блин, я на этих штук не могу прыгать, я понял. Где они? Иди сюда. Где? Ох ты собака! Чуть ударил меня. Блять, сейчас меня ударил, падла тварь. Так. Так, теперь с помощью кубиков можно делать всякие приколюхи, да? Хорош. О, здорово, ты кто? Забери кнопку силового куба, чтобы выбрать место его появления и создать источник света. Так. Ой! Блин. А, хорош. И все? Так мало монет? А, и еще можно силовой куб двигать, короче. Понял? Понял. Хорош. Так, иди сюда. Монетку. Так,
короче, а сколько мне нужно? 65 монеток, да? 55 монеток, подожди. Бочку нужно, да. Так. Есть бочка, но... А что там, подожди, мне скажешь? При помощи силового куба ты можешь достать оттуда бочку и отнести ее в магазин. А как я могу ее достать? А, подожди, вот так что ли? Ага. Ля-ля, да, и правда так. Так, да, улучшение сейчас он мне даст новые, да, правильно, этот мужичок? Потому что там 65, я уже ничего не могу, да. Ой, как классно, классненько. Так, двойной прыжок, отлично. Если найдешь золотую бочку, так, двойной прыжок теперь могу делать. Теперь вы можете прыгать два раза подряд, позволяет вам огибать углы в прыжке. Так, сейчас попробуем. Ё-моё. Хорош. Так, чё это? Для чего? Туда что ли можно подпрыгнуть? А, вот туда можно подпрыгнуть. О, рун мечом еще плюс 2. Хорош. Так, а здесь у нас что, подожди? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что здесь-то у нас? Объясните. Понимаю. Где у меня монетки-то были? А, вон там. Ой, нифига себе. А как туда попасть-то вообще? Да ё-моё. Куда попасть? Ну, с помощью кубиков, наверное. Да блин, уйди. Не, нельзя. Ой. А где это говно? Ой. Стой. А, вот. Так, подожди. Так, это мы, короче, проверили туда. Так. Ё-моё. Так, пойдем те монетки соберем. У меня еще, в принципе, 60, ну да, много. Так, там ничего нету, да? Так, и он просил еще туда что-то ему принести, да? А, ну здесь я уже был, да? Или нет? Пока ничего нет. Так. Так. А, и вот здесь я еще не был, да? А что это такое у нас? Подожди. Блин. А если вот так сделать? Нет, он, видишь, он, если я... А, ну-ка. Нельзя, да? Блин. Не знаю. Так, с этим у нас проблемы пока, да. Так. Сейчас, подожди. А где бочка еще была? Одну бочку я забрал. Тихо. А, вон там. А как туда попасть? А как туда попасть? Понятно, да? Один на один не ставится. Да подожди ты, ё-моё. Как туда попасть? Одна монетка и чувак. А, там я уже... Ну, так. Подожди. Ну-ка, подожди. Что здесь у нас? 80 монет, типа, надо, да, наверное? А у меня 65 всего, да? А чё это за игра такая? Что 9-то?
понятно. Так, а это что? О, а что за белый куб? А я его не могу взять, что ли? О. Не, не могу туда попасть. Все равно. Два кубика он не делал. То есть я могу покрасить куб в этот. Да так, а это что у нас? 3-2-1, да? Что это такое? Показывает пульс здоровья врага, конечно, нанесем вами урона. Прекрасно. Так, здесь мы побывали. Так. А здесь что у нас? Почему нельзя открыть? Так. Так. Давай-ка еще тут что-нибудь найдем. Может, мы что-то пропустили здесь. А, вот, да? А, это я там проснулся, да? Ничего не будет такого, да? Сверху тоже никуда ничего. Хорошо, так, теперь, подожди. А, воду я не могу пока собрать, потому что воды нету. Потому что синие за 65 коинов, но у меня нету. Мне нужна бочка, короче. Так, пойдем сюда тогда. А вот это что такое? Да, короче, никогда. Ой, так. Да подожди, ты не хочу! Верни взад. Ну пойдем убьем, потому что монетки. Опа, ни хрена. Ни хрена себе. Слушай, это какой-то сильный был чувак, да? Ну, вот такой весь защитить. Так, здесь мы, короче, там сверху не были, и вот там, и вон там сверху тоже, там же пока не были, да? Хорошо, так. Пойдем пока сюда. Так, а что ты мне расскажешь? Нагло какой-нибудь монстр. А, куб нагло. Тихо, кто там? Хорош. А, я уже по пятере отнимаю, да? Так. Да, мы ничего не сможем, короче. Так, там мы уже были, забей, мне это уже интересно. Давай попробуем, знаешь что? Рам-пам-пам. А если я вот здесь куб построю туда? А, у меня же двойной прыжок появился, что я туплю. Хорош. Что это такое? Это вот эта хрень открывается? А что это такое? А зачем? Не понимаю, зачем. Она маленькая же. Да ёптель, ну ты чё прикалываешься? Да запрыгни туда. Не, не долетаю, ё-моё. А как туда долететь? Здорово, братан. А чё? А, мне нужно туда что-то запульнуть чем-то, да? Непонятно. Стрелка у меня вообще туда, но я туда не могу допрыгнуть. Потому что лошаря. Лёшарик. Ну, блин, одна секунда, как это сделать? Это, короче, туда, это ключ туда. Так, подожди, а там... А, запульнуть, подожди, а я могу... Я могу куб запихнуть? А как его так куб? Можешь чем-нибудь выстрелить в эту штуку надо мной? Блин, а чем я выстрелю? Мне нужен лук, по идее. Так, хорошо, ладно, давай тогда еще... Нам нужно бочку где-то достать. Бочку. Где мне ее достать? Подожди, а где я здесь еще не был? Вроде здесь я везде был, да? Тихо, кто? А, да забей. Они же... Опа, тихо. Они же не умеют прыгать так как умею это делать я. Так, а, вот давай сюда. А, вот здесь что-то мы... А, ну там не видишь, там закрыто. Стучусь, а никто не отвечает. И дела. Вот такие вот дела, малята. Так.
Не. Да, давай вот с этого боку тогда, подожди, вот сюда-то я могу запрыгнуть, нет? Ёп. Да, вот сюда я могу запрыгнуть. Так, сейчас, подожди, а вот сюда я могу вот так сделать. В смысле? В смысле? Да не, ну это бред. Хорошо, давай сюда запрыгнем. А зачем? Да, нормально. Так, и там сундук еще, да? А там ничего нет у нас сверху? По-моему, нет. Да, а как туда попасть? Подожди. Ух, хорош. Да, блин, нахрен мне максимум здоровья. А как мне прыгать-то? О. Ай! Да блин. Да блин. Да блин. Нет. А как? Нет. У-у-у, сука! Блин, нет. Пам-пам-пам. Подождите. А, подожди, а если я вот на этой штуке сделаю? Да. Бесяча. Бесяко. Так, а если я вот здесь сделаю куб? Он куда сваливается? Да, хорош. Хорош. Так. И чего здесь у нас? Непонятно. Ну, не могу запрыгнуть. Фу, не могу. Не могу. Кто за бред? Кто за бредни? Так, F. Хорош. Куда мне надо? А, мне надо вот туда. Нет. Стоп. Да чё за бредятина? Хорош. Сашка. Здорово, ты кто? Удивительно, что ты смог попасть сюда без тройного прыжка, но я не открою тебе эту дверь, пока ты не получишь. Вот ты мудак-то, конечно, да? И что мне здесь делать? Мне здесь делать нечего, да? А вот здесь что? Закрыто. А что мне делать теперь? Объясните. А я себя убить могу этим кубом? Ну нет, ну блин, ну мне не нравится. Что делать-то надо? Так, там я был, мне там ничего. Вот нужно открыть как-то ту хрень. За одну секунду я не открою. Тихо. Кто где? А, да за. Хера себе, он мне сразу пятак, слышь, снял. Вот прикол. О, вот оно, что делать-то надо было, а? Лошара. Попе Кантара. Так. Блин, 5 хп снял, собака тварь.
Хорош. Нет! Ну это нечестно. Вот это было нечестно. Я старался попасть в купятский. Блин, апах. Опасно там. Ну мне туда надо как-то спуститься, короче. Блин, подожди, надо тогда бочку искать. А это что такое вообще? Что за красная хрень? Понятно, да? Так, пойдем-ка еще раз прыгнем, короче. Пролетим, там и увидим что-нибудь. Не видел. А мне при убийстве, что я при убийстве получаю? Вот это... А, вот там монетки, я их и не видел, кстати. А вот туда как попасть? А, вот туда можно попасть вот так, смотри, вот через ту дырку. А почему я туда не попадал? И вот в эту тоже непонятно, как это сделать. Тройной прыжок, может, нужен? Здорово, так кто? Иди и найди бочку. Вот где-то здесь должна быть бочка. Опа. Здорово, братаны. Братаны или не братаны? Собака. Не очень-то хорошо был. Бочка, где-то здесь должна быть бочка. Ай! И упал. А вон бочку, а как это? Тут еще какая-то кнопка, смотри. Так, одна бой. А. А, это перевыпуск. А, так подожди. Да в смысле? Почему это я не прыгаю здесь? Что за бред-то? Ну! Тихо! Выкинь бочку на. Как потушить пукан? Сейчас, подожди, сюда, ну нет, сюда я никак не пройду. А, вон туда можно правильно пройти. Нет, нельзя. Сейчас, подожди, а как же мне тогда сделать? А я вообще не прохожу. Ага, прикольно. Что надо делать? Подожди, ничего не понимаю. Сейчас. Секундочку. Что это делает? А, это почку. Почку. Почку перезал. Или выпускает почку. Не, не знаю. А как мне отсюда выбраться? Бля-бля-бля. Так, что за загадки, мазафака? Я вот через оттуда про. Правильно.
Да я как-то могу попасть, подожди. Так, теперь получается только туда путь у меня. Да ёп! Прыжки эти, конечно. Так, хорошо, давай тогда сюда пошли. Дай сюда запрыгнуть-то, ёп! Да ё-моё, ну ты можешь, давай, я в тебя верю. Иси. Ну туда нельзя. А, я вот что могу сделать, да? Да. Секретная зона? Да ну бред какой-то. Я думал, это не секретная зона. Оу. Ай! Да ну, это не... Ну, там же куб стоит! Ну, бред. Подожди, а как мне туда попасть-то тебе? А как мне отсюда вылезти из этой дырки? А вон, что такое там? Ты будешь прыгать на кубы свои? Ты же сам их создал. Иди. Как это сделать? Запуталась я. Что мне надо делать? Интересно. А вот эта хрень разрушается вообще, нет? Вот и загадочка. Почему я сюда-то не могу пройти, я не понимаю. По идее, я должен сюда как бы залезть, в эту дырку, да, или нет? А, может быть... И чё? Тут дают. Это ни хрена не дает. Не! Кто мне расскажет, что делать тут надо? Я не понимаю. Не, я серьезно не понимаю, что тут надо делать. Не, там какая-то кнопка, короче, вот я ее не нажал, видимо, я пробежал, да? И типа без нее вообще никак. Да ёп! Запрыгни ты, мазабака-мака! Бесишь. Don't understand.
ребята. Ну что я это в текстуру вкину? Реально, я не знаю, что делать. По идее, там какая-то кнопка, я должен так пиу, и туда с... это... Нет? Или бочку хотя бы. Ёб твою мать! Я думал, кактусы не кусаются, они кусают. Бу-бу-бу-бу-бу. Да, нельзя бочку засунуть? Да коня, какая разница, даже если я туда засуну бочку, то я ж туда не про... Я ж туда не пройду. Ну, в смысле, понял, да? Ну, в смысле, как, я, если я не пролазю в дырку? А бочку в эту не... не... А, ну да. А, не, ну с другой стороны, если я там... Подожди, вот это зачем-то нужно сделать. Вот туда я и могу кинуть? Ах ты собака. Так нет, а, ну такая смы... Ну и чего? Я все равно не смогу ее туда закинуть. Вообще не знаю, короче, что делать. Помогите. А, я могу через Е тогда запихнуть. Стой, сучка. Ну нет, там она не хочет держаться. Не знаю. Так, подожди. Так а как мне... Да подожди ты, да, бочку, нахрен мне эта бочка. Вот, по идее, вот я сюда должен влезть, нет? Это может какой-нибудь лаг? Ну я вот на контроле, на прыжке. Как это сделать? Я не знаю. А где это говно-то было? А, он там, что ли? Два креста, которые... Не, или типа что, туда вот так бочку закину? А вон там что за тема? Я не знаю. Реально, честно не знаю. Чё-то. Так, туда бочку. Окей. Да ёп. Стою, сука. Хорош. Стой. Он с бочкой вообще не прыгает. Да падла, бля. Сука, бесит как. Падла какая сейчас. А, все сделал. Так, так, сейчас. Или выпускаем бочку. Вот оно что, Михалыч-то, а? Ох, да, это было тяжело. Да! Да пока допетришь! Ну, да. Согласен. Согласен. Туповат! Ну, с кем не бывает. Тройной прыжок. Да, давай. Тройной прыжок, отлично.
О, а это что такое здесь? Подожди. Уёбти, он сильный. Ох ты ж сучка! Вот собака тварь какая, а? А что у меня происходит, когда у меня этот... А, я ж там был. Или не был. Был, да. Я бочку кинул. Хорош. Так, получается, с тройным прыжком я... Иди сюда. Да блин. Да не! А, я об этом. Об кактус макнулся. Так, тройной прыжок. А, подожди. Давай попробуем. А, может быть, надо успеть. Да. Хорош. Что там регенерация, предел регенерации, повышает предел регенерации. А, понял, на 15, типа. Так. А где я еще не был? А, вот здесь сверху не был. Да? Да, вот там сверху не был. Так. А здесь что? Да ты можешь запрыгнуть-то, у тебя три прыжка. О, хорош. О, мечом еще больше стал бить, да? Тут больше ничего нет? Вроде нету. Так, хорошо. Хорошо. Так, теперь у нас что? А, ну у нас там теперь этот. Так. А вон там что у нас? Туда нельзя пока попасть, там закрыто, да? Хорошо. Так. Да не беси, ну! В смысле? Иди за сюжетно важным предметом. Максимум монет x2. Возьми это. Теперь вы можете носить в два раза больше монет, хорошо. Теперь сними шину, ну, кристальной башни. Хорошо. Да, сколько времени... Ой, уже много. Ребят, на этом закончу эту серию по данной игре. Игра прекрасна. Вот. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, потому что с вами был Шаминга. Всем счастливо, всем пока. Ур-ур.